Всем привет, с вами Аурум, и вот, наконец-таки, обещанный мной конкурс. Сейчас сентябрь месяц, в августе я уже проводил конкурс, вот, собственно, в сентябре опять еще один очередной конкурс. Перед собой вы видите аккаунт 8 ТХ, конечно же, это рашерская прокачка, ну, такое, да, то есть заборчик мы видим, что довольно-таки слабенький, видим, что... Что мы еще видим? Ну, короче, образца такого не очень крутого 7-го таунхолла прокачка. Но, ребят, здесь есть 14 тысяч гемов. Как вы понимаете, все подобные конкурсы у меня есть спонсор, который, ну, я говорил уже, в принципе, о нем, который очень довольно-таки честно все делает. Поэтому ему спасибо огромное. Ссылочка на него в описании к данному видео. Я думаю, вы все поймете, когда перейдете. Лишних слов, короче говоря, здесь не нужно. Что касается аккаунта, по-моему, все очевидно. Неплохой такой аккаунтик с 14 тысячами гемов. Видим, что здесь только 3 строителя. Я не буду, в принципе, покупать сейчас строителей, потому что дело лично каждого, дело победителя. Победитель, опять же, будет один, но если прошлый конкурс я делал на рандом, то есть нужно было просто сделать репост, то здесь будут определенные моменты и будет такое, не знаю, пространство для творческого полета. Итак, давайте посмотрим, что же нужно будет сделать в этом конкурсе. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, все, что вам нужно будет сделать, это найти в описании к моему видео ссылочку vk.com.kokru. То есть это моя группа, и также это группа сайта kok.ru. Изначально, в принципе, она когда-то и задумывалась как группа сайта, но я начал вести канал и, в общем-то, ну, взял себе эту группу, а сайт на тот момент еще не развивался. Вот, поэтому это, так сказать, сейчас на данный момент совместная такая группа. Вот вы переходите сюда, и на этом месте в закрепленном посте будет конкурс. Текущее видео вы тоже там увидите и узнаете по картиночке. Здесь будет подробное описание конкурса. То есть вообще до мелочей все будет расписано. Я сейчас не буду сильно много разглагольствовать и забивать вам голову, лучше почитайте. Но в чем смысл? Вы должны сделать репост, а также вы, естественно, должны быть подписаны на мою группу, потому что, ну, по большому счету, это конкурс для моих подписчиков, для подписчиков группы, для читателей сайта, ну, в общем, для людей не левых, которые каким-то образом ценят то, что делаю я и то, что делают остальные околоигровые сообщества. Поэтому вы обязаны быть клэшером. Вот. Помимо этого, это не все. Мы будем определять победителя не рандомно, потому что ежедневно, возможно, даже несколько раз в день, будут выходить различного рода задания, квесты, флешмобы. Ну, к примеру, какие могут быть флешмобы? Ну, например, нужно будет разместить в шапке клана какую-то надпись. Какую я еще не придумал, в общем-то, придумаем. Какую-то, например, надпись, сделать скриншот и отправить этот скриншот либо в один из альбомов, либо же оставить комментарий под постом. То есть в группе будет публиковаться пост там. Например, сделай скрин шапки клана. И, например, и пришли этот скрин, не знаю, кому-то, или же запости его в комментах. То есть вот таким вот образом эта вся фигня публикуется. Вот, она запубликовалась, и вы здесь оставляете либо комментарий, либо выполняете те условия, которые указаны в данном посту. Кроме этого, могут быть различного рода вопросы на знание клэша. То есть будет задаваться вопрос, например, там, я не знаю, сколько левела у дракона там 4-го левела. В общем, гоню, конечно, какие-то интересные вопросы будут задаваться. Я не буду сейчас спойлерить. У вас определенный список вопросов уже есть. Тот, кто, к примеру, первым даст ответ, получит определенное количество баллов. Да, еще, за выполнение всех этих заданий будут начисляться баллы. И вот тот, кто к концу конкурса наберет большее количество баллов, тот и выиграет аккаунт 8 ТХ с 14 тысячами гемов. Это 100 баксов, чуваки, это 6 тысяч рублей. Это реально круто. Вот.
Собственно, нужно просто набирать баллы. Еще что будет? Ну, я не знаю, есть еще тема, возможно, какие-то рисунки. То есть в одном конкурсе будет много конкурсов. Также будет конкурс, ну, то есть будут задания для первонахов. То есть, к примеру, что это значит? Это значит, вы должны будете первым оставить, будет там указано, например, приблизительное время выхода статьи, видоса, всего чего угодно. Вы должны будете успеть первым поставить комментарий. Либо же все люди, которые оставят комментарии на том или ином там посту, странице, видосе, все они получат определенное количество баллов. Таким образом, ежедневно это все будет считаться, еженедельно считаться, и, ну вот, еженедельно, думаю, минимум один раз в неделю будут вывешиваться такие предварительные мини-результаты, то есть чтобы увидеть, кто же лидер соревнований и кому же нужно ломать ноги, чтобы обойти его. Таким образом, думаю, будет такое, ну, неплохое соревнование, надеюсь, вам действительно понравится. Хочу сделать поправку, что никто из администрации сайта kok.ru, из администрации паблика vk.com, ну, то есть текущего паблика, не имеют права принимать участие. То есть все будет по-честному, я буду следить, чтобы все действительно было по-честному, чтобы не было никаких подставных и тому подобное. Всех буду проверять лично. Победителю устрою нереальный просто допрос. Вот. Ну и опять же, все условия должны быть выполнены. Вы должны быть подписаны на группу, вы должны сделать репост самого конкурса, который будет вот здесь размещаться, и помимо этого быть активным на канале, быть активным в группе. То есть именно на это идет основной упор. Я надеюсь, вы меня поняли. Если не поняли, описание конкурса подробное будет в описании к моему видео, а также в группе, которую вы видите сейчас на экранах. Если останутся какие-то вопросы, пишите в комментах. Но опять же, я думаю, все, в принципе, будет понятно после того, как вы прочитаете, после того, как вы выполните первый квест, сделаете первый флешмоб, ответите на первый вопрос. Я думаю, вам всем очень понравится. С вами был Аурум. Всем желаю удачи. Блин, ну и 8-й ТХ с 14 000 гемами я сам когда-то о таком мечтал. Так что пока.